Вот я представитель жильцов дома номер 17А по улице Моцарта. У нас обслуживала до Нового года управляющая компания «Жемчужина», которая не выполняла свои прямые обязанности. У нас прорыв теплового узла. У нас сегодня не было... Света. У нас сегодня 9 часов не было света, потому что сгорел вот этот вот кабельный подвод из-за повышенной влажности. С 1 января УК «Жемчужина», причем при помощи явного подлога в ЖКХ ГИС, отказалась от наших услуг, сославшись на непроводимые ими и нами эти общие собрания, подделав подписи наши. Мы, жильцы, общим собранием выражаем свое несогласие с подводом по таким положением дел. Мы будем обращаться к вышестоящей инстанции. Просим властные структуры помочь нам и прекратить наше безобразие. В нашем доме много семей с детьми. У некоторых семей до 4 детей есть. Многие на пенсии пенсионеры. Поэтому инвалиды такое есть. Инвалиды есть, которые не могут сами за свои деньги исправить эти мероприятия. А управляющая компания бросила нас, подделав подписи с отказом от их услуг. Поэтому мы требуем восстановления наших прав. Пускай «Жемчужина» занимается нами. Пускай прокуратура обяжет их отменить свое неправильное решение и приступить к своим непосредственным обязанностям. Мы все обращаемся к общественности и прокуратуру будем писать и требовать возмещения своих прав. Все.